have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки, с вами Оладушки, это Туника. Пару вещей, пока мы еще не начали, пока нас не начали тут. Да, так вот, во-первых, я пока монтировал, заметил пару вещей. Первое, я получаю плюс один динамит после каждого респауна или после каждого отдыха у костра, потому что... Мне сказано, потому что я понял 17-ю страницу. Говорят, что если бросить достаточно бомб, то можно получить приз. Так что бросай, не стесняйся. Внизу написано инструмент сокровища. Так, волшебные предметы. Я не знаю, каким образом это так... А! Кстати, насчет цветочков. Цветочки у нас, возможно, повышают... количество, которое восстанавливает нам хилка. Потому что, видите, оно в волшебных зельях. Есть волшебное зелье как таковое, есть три его осколка, которые, собравши, мы получаем целую бутылку. И вон возле цветочков нарисовано, типа, сколько нам хилка восстанавливает. Но как это сделать, я до сих пор, к сожалению, не знаю. Вот, видите, зелье. Это... то, что можно продать. То есть мне их на... вот тут, когда я захожу сюда. Ну-ка. Здесь мне их предлагают продать. Да, за 100 монет. Эти тоже за 100 монет предложить. За 300 монет. Но я не хочу их продавать. Фишка в том, как мне сделать так, чтобы оно мне... Или оно мне как-то пассивно что-то дает, не знаю. А, видите, у нас уже плюс 2 динамита. Значит, за что-то я еще получил. Это я посмотрел в ачивках. Мне было сказано, что я получаю плюс 1 динамит за то, что я понял 17-ю страницу. А что там было до этого? Да ладно. А, то же самое и было. Хорошо. Так, фонарь. С этими штуками я, к сожалению, пока что так и не разобрался. Есть еще одно, наверное. А, нет, это не одно, это пустое. Это если я вообще ничего не хочу. Я не знаю, что они мне дают. Ну, двигайся. Какое было? Вот это было? Давайте пусть вот это и будет, не знаю. Так, это продолжение на 20-й странице. Кстати, смотрите. 8, 16, 32, 64. Это что за надписи? Давайте посмотрим, где у нас есть... Так, грызикус. Тут мы были. Тут, видимо, какой-то страшный босс будет, не знаю, посмотрим. Нам сейчас в домен лягушечьи владения. Пойдемте попробуем. Наведаемся к ним. Займи свое законное место. Сразись с какой-то большой лисицей. Полное прохождение. 45 страниц пока что последняя. Нам нужно дальше искать страницы. Возможно, кстати... Я получил за понимание вот 44-й страницы еще один... Не знаю. Будем смотреть. Поехали. Нам сейчас лягушечий домен надо. Как туда пройти? Вроде как помним, наверное. Я надеюсь. Поехали. Ай, потратили уже 4 минуты. Не подходи ко мне. А, оно на сундуке сидит. Хорошо. Фух, я забыл, как играть. Это. Ага. Хорошо. Крабов бьем. Уже неплохо. Как туда попасть? Я до конца еще не знаю. Но я думаю, что мы сюда будем как-то, наверное, возвращаться. Так, а я не туда иду? Или... Да, я не туда иду. Я к серваку иду, а мне туда не надо.
Еще интересно тогда получается собрать все страницы. Тут столько секретов, столько всего. Ай. Опять же, наверху, вон там я еще не был. А почему? А как? А, туда на крючке как-то... А, вот отсюда на крючке туда надо приехать. А туда как попасть? Блин. Он меня выбил. Да, обалдеть просто. А как? А что я ему должен сделать? Он со щитом, он... заморозить? Ну, то есть, чувак реально очень крут. Что я могу ему противопоставить? Я вот на него внезапно напал, знаменатика. Так он хоть какой-то урон получил. Причем у него жизни там тоже просто конское количество. Может, а... Блин, я себя в угол сейчас загоню. О! Он мне выбивает выносливость. Мне нужно где-то взять больше жизни или больше выносливости. Так вот, да, что еще с прошлой серии было? Я когда к той розовой текущей штуке подошел на луче, которая капала, она мне начала потихоньку отнимать жизни. Причем не бить меня, а именно занижать мою шкалу жизней. Отчего я потом, глядя запись, значительно прифигел. Его это убило? А, это рот. Стойте. Да, вот, на этой штуке можно доехать туда. Ай. Это вот рот этой огромной пещеры, смотрите. Выглядит, кстати, очень прикольно. Короче, мне не хватает какого-то девайса. Чего-то где-то как-то мне не хватает. Давайте посмотрим на лягушечий атолл. Где я появлюсь? А, я пока что даже не знаю, где я появлюсь, да? Хорошо. Ага. Еще один крючок. И еще один крючок. А у меня что-то такое ощущение, что, возможно, еще крючки. Смотрите, сколько их здесь. У меня такое ощущение, что, возможно, как раз здесь мне и дадут то, чем я смогу пользоваться, перемещаясь, ну, по крючкам этим. Просто заспамить его в углу и все. Ну смотрите, да, тут этих крючков просто немерено. А как тогда? Знаете, что я думаю? Раз у нас там были лягухи... Проход, блин. Раз у нас там были лягухи, которые нас языком подтаскивали к себе, возможно, я какой-то такой лягухи смогу оторвать язык, насколько бы это ни звучало жестоко, да? Там тут ведро, и там турель. И, возможно, к турели я тоже могу притягивать. Ой, не надо. Ну, просто, возможно, реально к турели я тоже смогу притягиваться. Сейчас я там сделать ничего не могу. Но надо запомнить, тут есть тайный проход. Где-то относительно возле начала, где-то третья лестница. Попробую запомнить. Я думал сначала, что там нужно динамитом взорвать, чтобы пройти. Вот тут вот запросто может быть какой-то еще проход. Уже игра меня так наудивляла всем этим, что я уже сейчас
ничему не буду, ну, скажем так, ничего меня не шокирует. Меня камера развернула. Лягушачье владение. Это... А, вон, меня показывают на карте. Вот я. Вот я. Тут крючки есть какие-то. Знаете что? Не, ладно. Я был почти уверен, что там костер. Мне сюда. Получается, я сейчас отдохну, у меня будет 5. Давайте проверим теорию. Нет, 4. То есть от моего изначального количества мне дадут 2. Они, чуваки сидят, парятся, у них все нормально. А тут что-то серьезное происходит. Сундучок сверху, видите? Что, блин, извините? А, я могу там пройти. Я думал, я только что перекатом смог куда-то проникнуть. Но это место... Выглядит странно. Воу-воу-воу-воу! Осторожней. Сейчас, погодите, у меня есть план. Сейчас я восстановлю себе еще две. Да, я, то есть, две могу тратить запросто. Хорошо. Зря сразу две кинул. Я никого не убил этим. Ладно. Хорошо, хватит тогда баловаться. Пойдем. Если я туда кину динамит. Оу, здравствуйте. Ага, вот это. Если я кину его в болото, он потухнет. Поэтому туда кидать динамит, наверное, бесполезно. Вот тут шорткат есть, я понял. И лестница. Пока что очень запутанно. То есть я вижу потенциальные шорткаты, но я не вижу. А вам на меня по... А, не пофиг. Ладно. Нет! И что, и как? Отдохни. Наруто фиговый. Ай, больно же. Ладно, я хотел сказать, что можно сделать по-другому. Можно тут умереть и потом убить их своим вот этим вот. Потом, да ладно, я справлюсь, фиг. С одним-то я справлюсь. А, мне кажется, или мой призрак стал гораздо мощнее? Ну, когда я подбираю... Здравствуйте. А можно... А ты еще и не сбиваешься, да? А, спасибо. Спасибо, чувак, я тебя понял. Меня тут убивает вообще все. Я не знаю, как с этим можно честно драться.
Выбил меня, стой. Фу, хорошо, не жадничаем. В принципе, можно. Два удара, если по ним делать, то можно. Этих ребят я заманил на собственного призрака. С этим я справился. Он охранял... Я вообще наверх шел, но ладно. Он охранял что-то вниз. Давайте вниз и попробуем сходить. Ёлки-палки. Ну, это же явно проход. Да, это проход. Тут этот, типа, крутой чел, да, у нас? Отдохни! Да, офигеть, сколько он меня бьет. Просто офигеть, он меня почти убивает одним ударом. Так, две банки потратил. Ты со щитом? Валим. Выбил. Ай. На этом я тоже... Короче, нельзя попадаться. Я на них очень много трачу. Две клубники, редиски, непонятно чего. Да ладно, ну это ж проход. Ладно, там не проход. Хорошо, хорошо, согласен. Ну вот тут-то проход. И это не проход. Пробегать этих, блин, дурачков. Ну что ж вас так много тут? А, это обход. То есть вот тот сундук, чтобы взять, и все, да? Я, по-моему, очень сильно недокачанный сейчас. Ух, это было сейчас опасно. Я пошел в размен просто. Ну, у меня не было стамины, но я думаю, сейчас ударю. И, по крайней мере... О, тут, это, ну, это же лестница. А, она там. Думаю, сейчас ударю и... Должен его добить. И, по идее, добил. А-а-а. Тут по-другому-то и не пройти, да? Ну, то есть можно... Хотя... Да ну ударь же ж ты! Не то! А... Их там два со щитами, смотрите. Фу, я тебя понял. В принципе, этих челов можно пробегать, говорю. Фиг тебе. А я... О,
Очень доставучие. А, вот это место. Да? Фиг ты его пробежишь, и фиг ты от него убежишь. Блин, это бесит. Ладно, там, получается, моего призрака теперь уже и нету. Я там какие-то деньги потерял. Давайте с этим драться. Да поставь ты щит! Это немножечко бесит. То есть ты держишь кнопку щита. Вот. И думаешь такой, вот сейчас я буду стоять в блоке, кнопку щита не отпускаешь. Но как только заканчивается выносливость, он щит отпускает автоматически. Тут можно простелсить? Тут можно простелсить. Получается, тот чувачок нам тоже не нужен. Нам нужен вот этот. Да ну, я же отпрыгнул. Ну, вот эта штука меня опять начинает бесить. Мне просто интересно посмотреть, что там. Я не хочу драться с ними по 100-500 раз. Уйди от меня. Уйди от меня, говорю. Нет, ну это вымораживает просто. Они же друг... Ну, уйди ты нафиг. А, еще не в ту сторону, молодец. А, идите вы к черту. Нет, ребят, ну это вымораживает, это бесит. Я серьезно говорю, я вот играю в эту игру, понял для себя одну простую штуку. Я не хочу... Знаете, в чем прикол? Я не хочу на нее тратить столько времени, ну... Серии выходят по полчаса. Так, без проигрыша, да, вот это вот. Я не хочу тратить столько времени просто на зачистку какого-то вот полууровня, потому что непонятно, как прокачиваться, непонятно, что сделать. Да, оставьте меня в покое. Хорошо, знаете, я их буду просто убивать. Они раздражают. Да-да-да. И вы еще поприбегали, ага. Да вы что, бессмертные какие-то, блин, по каждому ударил, по 100-500 раз уже. Давайте такое негласное правило. То есть я до этого мучился с боссами, с местами прохождения, всякое такое. Устроим такое негласное правило. Если я три раза не могу... Да-да-да. Если я три раза не могу пройти какое-то определенное место, то я буду включать вот этот вот уровень бессмертия, потому что... Ну, блин, оно не для этого, оно же не для хардкора. Оно, ну, то есть, для хардкора, да, но для хардкора... Это когда тебе все понятно и просто, как в том же, например, я говорю, Dark Souls, когда тебе говорят, ты не можешь пройти? Пойди прокачайся, вообще без проблем. А здесь, если ты не можешь пройти, ну, чувак, пробуй еще раз, пробуй еще раз, пробуй еще раз. Потому что, ну, как такой системы прокачки здесь, ну, я пока что не вижу. Она может быть и есть, но как-то вот так вот. Все, давайте вот дошли до момента, где... Ух... А, ладно, сейчас. А, прикиньте, тут все зачищено. Если выйти в меню...
не сохраняясь, ну, то есть не то чтобы не сохраняясь, а убив каких-то мобов, ты спавнишься на костре, конечно, но настройки, спецвозможности выключить. Все, мы опять смертные. Давайте вот тут посмотрим, потому что мы сюда пришли, но здесь мы ничего сделать, наверное, не можем, что ли. Хотя как не можем? Можем вот так. И они пошли ко мне, да? Ну, с другой стороны, я их затриггерил. Где они сейчас, я вообще без понятия. Но они пошли ко мне. Звучит, как будто они где-то здесь. А, они же подняться не могут, наверное, по той лестнице, или могут? Не знаю, как это работает. Ладно. То есть, по идее, просто динамитную шашечку в них кидаешь. Вот, это другая лестница. Мелкого ушатываем. Под лестницу вот сюда вот. Нет, сюда зайти нельзя. А с другой стороны. Сюда тоже зайти нельзя. Попробуем пройти здесь. А зачем вот это место? Непонятно. Но мы все равно приходим туда же. На досточку. Ох ты ж! А чё ты убежал? Блин, может две? Я его двигаю, серьезно? Там у нас эти ребята, которых я пытался взорвать. Окей, давайте попробуем с этой стороны пройтись. Ёлки! А знаете что? Идите сюда, ребят. У меня для вас есть хорошее задание. Они такие пи-пи-пи. У них должны быть уже не полные хпшки. Ёлки-палки, ты чё? Валим. Это с одним так справляться. Он из-под щита бьет. Ладно, я остался без хилок, но по крайней мере живой. С этими ребятами мы справились. Что я получу? Честно, я расстроен. Ну, типа, просто деньги. А, вон, вижу, что и куда мне надо. Если это дорога к чему-то, ну, надеюсь, там будет хотя бы какая-то сокращалка или что-то, потому что если мне каждый раз придется идти по этой дороге, ну, я тогда не знаю. Дурак. Так, ну вы меня поняли, да? Просто добегаем туда. Я не хочу с вами всеми драться. Уйдите от меня. Я заберу своего призрака и просто пойду дальше. Не попал. Не попал. Ну, я сам себя взорвал, я молодец. Так обычно люди и поступают. Да иди к черту отсюда.
Уйди от меня, говорю. Все, ребят, вы меня не видите, вы меня не знаете. Я вас не вижу, не знаю. О, минуточку, а тут? А тут можно аккуратненько пройти за спиной у них. Тоже можно было простелсить, вот видите. Но за призраком я пойду. Да ну хорош! Выпусти меня отсюда. Эти меня, по крайней мере, не притягивают, чуваки со щитами. Один, кстати, решил вернуться, сказал, ну его нафиг. Видите, на последнем ударе он открывается. Да ну хорош, я в перекате был. Все, сдохни уже наконец-то. Этот меня не заметит. Все, я пошел отсюда. Да, там можно было просто их простелсить. Но с другой стороны, простелсить, а как дверь открыть? Это для дальнейшего прохождения, говорят, простелси. А вы видите вон ту штуку большую, да? В углу, которая стоит. Давайте по-честному. Так, хорошо. Она у нас вот здесь. Это какой-то страж, не страж. О! И у меня их три. А, ну, типа, сделать я с ними ничего не могу. Ладно. Ну, давай, чувак, посмотрим. Я понял. О, что? Нет, но я могу его оживить каким-то образом. Я практически уверен в этом. Это у нас шорткат. Куда? Вон, кстати, сундучок вижу. Здрасте. Ладно, это короткая дорога. А как туда попасть? Я знаю, как туда попасть. Нужно, чтобы он меня перетянул. Наверное. Этот же языкатый. Давайте просто попробуем сейчас. Это обидно, я в перекате был. Я, кстати... ну молодцы, молодцы, да. А я еще вспомнил, что я наверх не сходил. Посмотрел, блин. Вот это, вот как сюда заходить. Я просто пропустил, там дорожка была. Я просто это пропустил. Идем, лошары.
Ну я из-под щита не могу, серьезно. Да идите к черту, ребят, но это нечестно. Это место в чертовом начале. Это место в чертовом начале. То есть в любом случае приходится через них проходить каждый раз. И, ну серьезно, идите сюда, я вас уже зачищу, чтобы вы мне тут мозги не делали. Идите сюда. И ты иди сюда. Все, подходите. Так. Чувак притягивает. Это, наверное, пока что самый бесячий сейчас враг. Все, договорились. Кто это сделал в самом начале? Ну, хорош. Нет, шорткаты реально хорошие. Шорткаты реально прикольные. Ну, три динамитика. Спасибо. Это мне такая небольшая подсказка такая. Вот этого чувака динамитами долбить. Так, ладно. Давайте вот здесь посмотрим. Два, я хотел сказать, фигли, их тут два, их три. Ладно. И что? Цветочек. Хорошо. Так, у меня 7 динамитов. Получается 2 от этого количества. О, я могу тут... Да, это я видел. На карте этот проход, да. Он вот тут отображается, видите? Это я запомнил. Внизу какие... О, так там внизу еще есть проход, смотрите. Видите? Там, где золотые двери. Поехали посмотрим. Наверное, сделаю себе full health. Посмотрим, как это все будет. Тут у нас все зачищено. Давайте тогда сделаем вот каким образом. Я сейчас туда дойду. Хочу убедиться, что дверь есть. Ну, не дверь, а проход. Ну, или как оно там будет, не знаю. Выглядит как... Да, это проход. Отлично. Тогда пойдем туда в следующей серии. Пока что спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем ладушек. Всем покеда.